Короче, почитал на форумах, как пройти эту гребаную последнюю миссию. Ну, пишут люди, что в принципе нужно построить вот этих вот ребят, те, которые стреляют своей кислотой, солдатами там особо не затянешь. Поэтому сейчас попробуем затянуть, попробуем все это сделать. Ну, а там дальше будет видно, получится или нет. Пойдем сразу в атаку на них. Собирали немножко ресов. Ну, давай уже опускай. Эх, сейчас начнется толпа на толпу. Вот и все. Затянем, не затянем, не знаю. Будем сейчас смотреть. Давай за счет вот этих кислотных муравьев. Я смотрю, мы немножко продвигаемся вперед, в принципе. Они нормально стреляют кислотой. Блядь, сука! Долбанул моих муравьев, уродец. Ну заходите уже, ё-моё. Ребят, ну мы реально так долго не выстоим на входе. Блять, а вы куда бежите назад, ё-моё? Давай, 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 ближе, 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 есть. Заходим потихоньку. Заходим, говорю, вперед! Собака. Вот почему не валит этих муравьев, а именно моих? Что за херня? Не, ну ребят, серьезно, будем заходить? Есть, зашли. Давай матку валите быстрее. Есть. Да, мы свалили ее. Блядь, сколько трудов и усилий, сколько раз там пришлось перейти по новой эту миссию. И наконец-то победа.
еда. Давай еды насобираем, в принципе. Продолжить. Поздравляю, вам удалось создать мощную колонию и пройти все уровни, имеющиеся в раннем доступе игры. Теперь вы единовластный правитель Формикария. Новые уровни уже разрабатываются. В это время вы можете попробовать пройти игру по-другому. Режим свободной игры дает полную свободу в управлении колонией и настройках, при этом позволяет сохранять прогресс. О грядущих обновлениях мы будем сообщать в социальных сетях. С радостью выслушаем ваши идеи и пожелания на нашем форуме. Без вашей поддержки и терпения этот проект не был бы возможен. Спасибо. Да, спасибо разработчикам. Действительно, игрулька прикольная получилась. Блин, ну, получил массу удовольствия. Такая она очень интересная, своеобразная. На, вот нам насыпали зернишко. Потом попробую пройти ее в том режиме, в свободном режиме, в котором они рекомендуют. Я думаю, там будет не менее прикольно. Да, и здесь, получается, открылась вторая вкладка с пауками, с вот этими, те, которые были на предпоследней, кажется, миссии. Там, где по карте шло, должно было идти три волны. Первая, вторая и третья возле моего муравейника. Ну, третий практически никогда и не допускал. Вторую потом я начал потихоньку уничтожать. А потом, в принципе, я понял, что нужно и первую уничтожить. И только тогда мы, получается, прошли миссию. Так, ну вот, в принципе, и все. Всем спасибо, всем до свидания. До новых встреч.